Всем доброе время суток, с вами снова Ольга, и сегодня я хотела бы затронуть тему погоды и особенностей растительности в Корее. Дело в том, что я выкладывала недавно фото в Инстаграм, и у людей складывалось обманчивое впечатление, что в Корее уже лето, в марте, и все зелено-призелено вокруг. И я подумала, что посмотрят эти люди на фото на мои сейчас, закинут в чемодан шорты со сланцами и рванут в Корею в марте загорать. Буквально. Так вот, чтобы предостеречь вас от подобных теоретически возможных телодвижений, снимаю этот короткий ролик. Флора Кореи – это преимущественно хвойные породы деревьев, которые, как известно, круглый год зеленые. В сочетании с морозоустойчивыми зелеными изгородями и кустарниками, вот этими, коими засаживают всю вокруг, создается впечатление, что на улице не декабрь или январь, а как минимум май месяц. Но это, повторюсь, очень обманчивое впечатление. Как видите, сегодня на календаре у нас 23 марта, и лиственные деревья все спят пока. На самом деле зима в Корее довольно холодная, ночные январские температуры могут опускаться до минус 17 градусов. Другой вопрос, что разница в температуре ночной и дневной очень большая, так как днем практически всегда светит яркое солнце. Минимальная зимняя температура именно днем, именно дневная, это минус 7 градусов. Таких морозных дней обычно не больше 5 за всю зиму. Средняя же дневная температура в зимние месяцы около 0 градусов, причем чаще все-таки температура со знаком плюс, чем со знаком минус. Но стоит учитывать не только яркое солнце, но и морской пронизывающий ветер. При минус 7 с таким ветром ощущается все минус 20, это очень холодно. Поэтому в Корее самое важное защититься от ветра. Именно поэтому все носят длинные пуховики и шлепки на босу ногу, так как шуба и валенки в Корее не спасут, продует насквозь и промокнут ноги. Так как если снег идет зимой, то он тут же тает и превращается в воду, такими ручейками стекают потом по тротуару. Именно поэтому, несмотря на лютый мороз, если вы сидите в своем автомобиле на солнце, вам хочется включить скорее кондиционер, чем печку, так как ветер не проникает, а на солнце автомобиль, как известно, накаляется. Кстати, с тех пор, как я села за руль в Корее, мне стало казаться, что зимы в Корее вообще нет. В машине всегда тепло, даже без печки. Забыла уточнить, сейчас я пишу про конкретную часть Кореи, именно про Сеул. На юге страны градусов на 5-10 всегда выше. Там и зимы-то нет практически как таковой. Казалось бы, такая маленькая страна, да, Южная Корея. Но даже Южная Корея делится на север и на юг. Так вот, на юге гораздо-гораздо теплее, чем в Сеуле, чем на севере страны. Что касается марта, конкретно в марте погода такова, что разброс в ночной и дневной температурах максимально велик. Ночью еще зима, а днем уже почти лето. Но бывают и аномальные дни в марте, один или два дня таких, когда внезапно может пойти снег, и это явление называется в Корее коцемджи. Вот, взгляните, снято мной пару дней назад. Вот такая вот шикарная весна у нас. Полюбуйтесь. А ведь еще пару дней назад было плюс 21, сейчас плюс 4. И снег! Красота! Это дни, когда зима пытается восстановиться в правах и поспорить с весной, посыпать снегом уже на готовую к цветению сакуру. Но, как правило, весна всегда побеждает. И уже на следующий день после снегопада, вопреки всему, цветы такие распускаются. Средняя температура в марте плюс 10-15 градусов днем и около нуля ночью. В апреле дневной показатель вырастет еще примерно на 5 градусов, и разница между ночной и дневной температурой станет не такой существенной. Вообще, апрель – это лучшее время для посещения Кореи для тех, кто хочет утонуть в цветах, захлебнуться цветами, плавать в море из цветов. Я уверена, красивее апреля нет нигде в мире. Даже в Японию, в которую принято обычно ехать смотреть сакуру, да? Так вот, цветов в Японии гораздо меньше, чем в Корее. Там они обычно сконцентрированы только в парках, а в Корее они повсюду. Вот просто идете по улице, и сверху у вас всегда сакура, а снизу, по бокам, так сказать, у вас будут азалии цвести и все такое. Это невероятное зрелище. Я обещаю все это заснять и показать вам. Так что все ботаники, подписывайтесь на канал прямо сейчас, вот не отходя.
Вот, ну что ж, я надеюсь, я не сильно вас утомила. Если есть еще вопросы, касающиеся климата, спрашивайте в комментариях. Всех люблю, всем пока!